Домашний интернет от New Lime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. 4 сентября в Люберецком округе началась кампания по вакцинации против гриппа и ОРВИ. Ожидается, что в этом году на прививку придут более 3 миллионов человек. Пик инфекции, напомню, традиционно выпадает на зимние месяцы. Иммунитет от вакцины вырабатывается 2 недели и защищает организм на протяжении 6-9 месяцев. Поэтому, считают медики, ранняя осень – лучшее время, чтобы задуматься на тему прививки. Ежегодная массовая иммунизация против гриппа проводится для уменьшения осложнений, госпитализации и летальных исходов. Вакцинация не только позволяет протекать заболеванию в легкой форме, но и значительно снижает риск заболеть гриппом при попадании вируса в организм. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться к врачу-терапевту или педиатру в поликлинику по месту жительства. Если вы боитесь не успеть, то время еще есть. По плану вакцинация населения продлится до 1 декабря. Сделать иммунизацию можно во всех поликлиниках абсолютно бесплатно. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.